В Самарской области курить стали меньше. За последние 3 года употребление табака сократилось на 6%. Такие данные привели сегодня медики на специальном семинаре. По их мнению, положительная динамика вызвана рядом причин, среди которых запрет на рекламу табачных изделий и принятие закона об ограничении курения. Врачи также развеяли миф об электронных сигаретах. Как оказалось, они не менее опасны, чем обычные. А желающим избавиться от зависимости можно обратиться в центры здоровья. Сейчас в области действует 18 таких учреждений. В центре здоровья человек для себя выбирает, то есть он может попасть, может быть направлен в кабинет отказа от курения, он просто может начать посещать школу по отказу от курения, могут быть выбраны какие-то специфические медицинские мероприятия, связанные с психологической поддержкой. Работает целый комплекс причин. Это образ курящего человека, что это не модно. Это стоимость и это понимание о том, что важно сохранять свое здоровье.